Всех приветствую. И мы все так же продолжаем гонять в Call of Juarez. Сейчас мы играем за Билли, у которого даже нету оружия. А, нет, есть лук. Это уже хорошо. Какая растительность густая. Так. Да, волки. Конечно. И опа, опа, опа. Да-да-да-да-да-да. Ё-от-моё. Стоп, подожди. Как красиво стрела смотрелась в своей голове. Отдай мне ее теперь. Ты тоже. И ты. Так, надо сохраниться. А то опасно это все. Думаю, они меня тоже с пару укусов порвут. Откуда вой? Это перед? Да, это перед. Тебя вроде не было вообще. Попал. О! Какой я охотник. Оп. Так. Чё, больше никого? Блин, момент. Так, всё. А, так где стрела? Вот она. И пошел ты нахуй с ней же. Еще были? Не помню. Долго мне еще тут бродить? Не понял. Я не на ту кнопочку нажал. Так. Спереть лошадь надо, да? Точно. Вспомнил. Куда идти-то? Сюда. Как не перепрыгнуть? Надо найти бревно или лошадь. Эль, хочешь попробуем? Ты же всегда прыгаешь, допрыгиваешь. А, насколько я помню, надо будет прятаться. Как я это ненавижу. И где Молли, о которой ты говорил? Или ее зовут не Молли? Короче, бабеня твоя. Это не ранчо, а прямо форт какой-то. Здесь что, индейская территория? Ну, кто знает. Думаю, просто бандиты. Чё, по стелсу или убить всех? Блин, у тебя оружия-то немного. А вообще... Так. Что-то мне... Какая трава странная. Почему все так выглядит? Пе. Кажется, надо все-таки сбоку обойти. Что-то такое ощущение у меня. Ага. Блин, да кто? Сейчас, секунду там. Все. Какая большая территория. Так, о, что-то есть. Нет, не лошадь. А вот и лошадь. Ты олень какой-то, а не лошадь. Ну-ка, давай еще раз. Седло ему нужно. Так, блин, я не хочу за седлом. Паутина? Не паутина, а какая-то паутина. Ах.
Какой молодец. Блин, ролик. Полегче, старик. Воды попросить. Ладно, полегче. Он в край охерел. Вот. А если я еще раз обойду? Кстати, я, кажется, думаю... Кажется, тут... Нет, тут ничего нету. У меня такое ощущение было, что там патроны. Он меня не видит. Он меня не видит. Ну, убивать это, конечно, не по-нашему. У него дочь, кажется, есть, не? Не помню. Стоп! Сука, вон седло. Да-да-да. Помнится, я также в первый раз пошел обсматривать весь дом. Что нашел, не помню. Да ты... Ты прикалываешься, да? Криворукий, а? Пьяница и развратник по показаниям Карла Мая свободно владеет немецким, поэтому подозревается в продаже игры сокровища ассетов за границей. Техляндии? Я тут! Сколько можно зелень собирать? Лаура его жена? Или дочь? Это было опасно. Патрончики. Оружица. Книженция. Ха-ха! 9 патронов, револьвер, нифига себе. Мощно. Черт. Сука. Он меня пугает. Где эта чертова баба? Куда она подевалась? Нет, походу, все-таки его жена. И он, наверное, псих, и она мертва давно. А, ладненько. Где тут кнопка? Пам-парам-пам-пам-пам-пам. Короче, вещь такая есть, я чё подумал. Если он сейчас... Блин, куда мне идти? На него? Или обходить это все заново? Потому что не думаю, что я смогу выйти спокойно. Через главный выход. Ля-ля. Это не я. Мэн, это не я. Вон он, сука. Стоп, нет, нет, не открывается. Петки! Мужик, ты чё, тут никого. Сколько можно зелень собирать? Блять. Я же не выйду теперь отсюда.
ну и в хату. Беспалевно. Повезло, блин. Иди сюда, моя хорошая. Надо засейвиться. А то я не разгибаюсь тут, тружусь ради тебя в пути лица. Еще б не хватало, чтобы все потерялось. Так, это как на машине кататься. Так же сложно и неудобно. А! Прыгать. Чё? Это оно так поворачивает. Ясно. Окей. Не сегодня только, ладно? Иго-го! Капслок. Догадываюсь, что это за кнопочка. Она. Нихера себе. Блин. Хо-хо-хо. Нифига себе. А если капслок? Ну да, она еще быстрее бежит. Чё за экшн-музыка? Она мне не нравится. Наверное, нравится, но... Если экшн-музыка, значит за мной идут. Не? Не. Индейцы, да? Да хватит уже тормозить. Так. Кнут, молодец. Давай, на лифте, поехали. Вооружимся. Апачи! Только этого не хватало, зараза! Это... Блин! Я не хотел стрелять. Зараза! Их тут сколько? Ох! Я его там не вижу. Попал, что ли? О! Хорошо. Господи боже. Да вообще, я мог, наверное, просто подождать, пока они уйдут. Но я ж экстремал. Ёпт. Бригада, ёпт. Лошадь, ёпт. Жизнь, ёпт. Патроны есть. Дай мне-ка мою стрелу обратно из своего бока. И я бы твои стрелы тоже взял. В бочину словил, да? Молодец. Ящик. Член банды художников. Местный парень. Обвиняется в подбрасывании в мир сокровища Ацека, текстур, когда никто не... Когда никто не видел. Слишком много говорит. Хвастун. 10 тысяч. Они все 10 тысяч стоят? Я чуть не смотрел. Так. Стрелу мне. Мою же. Отдайте. А, бобы. Опаньки, обрез.
В натуре обрез, да? Да. Но я хочу... Стоп. Блин, двухствольный дробовик. Или его лучше? Я вообще не люблю двухствольные дробовики. А нет, есть патроны. Не, лучше двухствольный дробовик. Отлично, я сюда все патроны впихал. Как их в... Фа-ха-ха. Ржавый, блин. Ну что поделать. Есть еще револьвер. А, даже два пистолета, я и револьвер где-то уже подобрал. Окей. Поехали. Главное, чтоб не было волков. Правильно хоть скачу? Да. Нифига себе. Они умирать собираются? Лови. А, как она красиво летит, да? Вы умирать собираетесь? Красавчик. Все-таки надо было бежать на пролом. Ну, то есть... Одинаковое? Вроде да. Надо было с двухстолки стрелять. Подбежать поближе и в бошку. Давай, несись, моя родимая. Он оружие убирает, когда бежит. Так. И можно. Хо-хо-хо! Нет, я даже придумал еще лучше. Я на лошади слишком уязвим. Тебя. Еще кто-то? Сука, я тебя не вижу ведь. А-а-а, разменялись. Или с револьверов. Да ну нахер, какие револьверы? Двустол. Наверное, надо было не лезть. Ай. Пах. Минус один. Минус второй. Минус. А может и не минус. Третий. Кстати, с двухстолки стреляет по мне. Плохой выбор. Сука, скрылся. Нету ни хера. А вот и есть.
ты чё, бессмертный? Уделал. Уделал. Три. Двухствольный дробовик. В отличном состоянии прям. Винтовка. Винтовка. Патроны. Патроны есть. Винтовка. Винтовка. Отдай. Если убирать между дробовиком и винтовкой, винтовка самая там. Дробовик того не стоит. Так, далеко он был. Винтовочка. Жизни мне не нужны. Стрел 29. Кого я тут убил-то? Где он вообще был? Знаю, за дерево в кусты стрелял куда-то. Так, две стрелы. 31? Да. Нус. Винтовка. Ну где ты? Третий мудак. Вот он. Нашел тебя по твоим останкам. Стрелу с собой, походу, забрал, да? Вот же шумок. Ладно. Стрел 32, не. 33. Все, за лошадью и в путь. Да. Че у меня, кстати, руки перевязаны? Давай, не тормози. Что-то жопой чувствую, что-то ей сейчас будет. Ага, сохранение. Вроде никого. Пойдем, пони мой. Вижу. Двое. Ну тут тебя припаркуем. Двое. Да вроде-то. Не знаю, мне кажется, с этого будет лучше. Даже не долетит, походу. Да ну. Ага. Надо намного выше брать. Попал. Недолет. Убит. Убит. Просто ювелирная работа. Лошадь можно и там взять. Апачи, хуячи, блин. Двухстволка, да. Ржавая винтовка. Стрела моя любимая. Вроде все. Кто-то идет? Они что, вдвоем на одной лошади гомики? Так, одну стрелу просрал, ну и хер с ней. Все, поехали. Воу-воу-воу! Нихера себе. Пони, ты это видел?
Чё я тут забыл, кстати? А, может тебя застрелить? Чё, ну за... Отправься на ранчо, где живет девушка Молли. Долгий путь, поэтому найдите лошадь. Это она, да? Ранчо. Эл. Господи, боже. Так, ну да, ты немногословен, друг мой. Скатиться не могу, опасно. Могу прыгнуть. А еще как вариант попробовать разогнаться до дерева. Я это сейчас попробую. А! Почти. Писечку оставь. На лошади стопудово получится. Пойдем, мой пони верный. Так, в том направлении. С капслоком, давай. Мог бы. Получилось почти. Я в дерево еще влечу, больно будет. Пойдем, тут нам нечего. Ой-ой-ой, ловить. Ой-ой-ой. И го-го, поехали. Назад пути нет. Назад пути дороги нет, я хотел сказать. Хотя это звучит... Блять, ёпты. Лови. Пальня сена. Убил. Одного убил. А, сучарас. Ты где там стреляешь, петух? Сука, меня эти снайперы бесят. Или надо было подъехать? Так, идем. Будь там. Я еще не должен был спалиться. Но они обо мне уже знают. Ну хотя бы попал. Убил, не знаю. Да улазь, ублюдок. Ну да, глупо так стрелять. Сука. Убил. Остался один ублюдок, вот он. Убил, не? Кажется, да. 12 патронов, 5 еще есть. Ну, вообще нормально. Я прям снайпер на Диком Западе. Ну, поехали. Хотя... Жди-ка. Что есть? Жизнь есть. Обрез есть. Ржавая херня есть. У тебя есть револьвер. И вы мне его отдашь. 6 патронов, ну и хер с ним. И все. Ой!
Борис! Борис. Лошадь, тебе страшно? А мне да. Такое ощущение, что засада где-то. Лошадь, тебе так не кажется? Скажи мне на ушко. Какой поворот у меня, а? Воу-воу, полегче. Лошадь, ты... Чё там твоя жопа делает? Что-то мне подсказывает, тут должен быть где-то ящик. Сундук. Не? Ну, может быть, я ошибся. Давай, уха. Поворачивать. Да не, нормально. Ты готова, лошадь? Нихера себе. Убил. Блин. Еще откуда? Снизу, что ли? Вот он. 6 жизней. Блин. Лошадь, все пошло не по плану. Подожди, я тебя накажу. Сука, подожди. Ой, да нет, нет, стой, стой. Что тут? Да ни хера тут. Ну иди сюда. Да стой ты. Есть контакт. Ого. Я что-то вас много убил. Вас вроде меньше было. Так. Сука, мне надо было подойти всего лишь взять патроны с винтовки. Я не могу. Ладно, все нормально, да? Да? Стоп. Ты не моя лошадь, но я поеду на тебе. Патронов маловато. Та-ра-ра-на. Поехали. Ой-ой-ой-ой. Вижу, мне сюда. Такое чувство. Так. Да не пути ты. О, нихера себе. Все-таки надо было, походу, револьвер брать. Или действовать. По идее, не должны были. Так, давай еще быстро в темпе вальса. Thank you.
Вот, сука. Ну, красавчик. Признаю, красавчик. Таки с ружья. А еще лучше мы это сделаем вот так вот. Тварюга. Давай. А, ну у меня в руках оказалось. Убит. Не двигай. Ну какого? Ты, блин, меня это бесит. Только не раздам. А возможно и раздам. Пробовать не хочу. Сука, я так и знал, что ты меня еще добьешь. Стоп, а чем мучаюсь? Так. Три. Нет. Да. Вы меня еще, сука, долго не забудете. Не-н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 е
Не всех убил, конечно, но я жив. Вроде как. Ублюдок. Ладно, где тут ваши шмотки-то? Отлично. Двухстволка. Нафиг не надо. Где ружья? Внутри, куда их все шмотки улетели? А-а-а! Какая трата! Всего 11 патронов на ружье. Это нехорошо. А вот и еще раз давай. Только тебе без потерь. И жизни я еще не тратил. Есть. Что-то сохранение меня эти уже задолбали все. Волки? Я так и знал. Или волки? Волки, волки, твари! Опа. Блин. Нельзя так стрелять же. Все? Или еще кто-то хочет? Стрелу отдай. Ты тоже отдай. И ты тоже. Чё, ну и хер с тобой. И отдай мою любимую стрелу. 26. Ну, кто еще? Ты. Ух, как точно, а? Ты еще? Все, да. Ну, окейушки.
тревожно мне. Че это? Это ясно. С ружья по нему. Нахереть, как далеко. Почти, кстати. Поправка на ветер. И он. Почти что. Трупак. Да, трупак. Ты там один такой? А то мне страшно. Так, кажется, один. Отдай вот это, вот это. Жизни не надо. И одну стрелу. Одну стрелу, даже две. Где мои две стрелы, ублюдок? Эй, хер с тобой. Так, походу надо тут забираться. Раздаются возможности. Давай. Давай активней. Время убивать. Ты разве не чувствуешь? Билли. А вот хорошо ты зарядил, хорошо, признаю. Ружье брать или все-таки с лука их попробовать? Так, я еще тут. Два ржавых, мать их, револьвера. И вот тут еще засейвимся. Все, давай, раздаем говна. Да-да! Нет, ты не будешь пользоваться револьвером, я так сказал. Ну, ты не умеешь стрелять с револьвера. Гребаный кусок ублюдка. Где ты? Он вылазит. Сука! Я думаю, мы разменялись. Но это было лучше, чем с револьверами. Сука, ушел. Ох, как. Ой, как он зарядил-то. У меня даже никакой бомбы нету. А, есть какой-то сраный кнут. Ох, красавчик, а. Вот реально сейчас от души было. Патронов нету. Да блин! Реально патронов ни у кого. У меня осталось 6. И, сука, колонки еще эти грёбаные. Ладненько. Тыки-тыки. Ну даже эти 6 патронов еще многое могут. Я потратил 5 на этих ублюдков. Их было 4 ведь. Да. А, ну да, в одного я 2 раза всадил. Крепкий падла. Сука. Еще не все?
Теперь все. Надо набрать аптечек. Есть. Вот от души сейчас было. О, да, патроны! Ох, сколько патронов, а! Сколько, мать их, патронов. Тут еще что-нибудь есть путное? Че, бабами покидаемся? Неохотно, неохотно. Еще одна стрела. Так, тут все, да? Походу, да. Стрела. Одна была, вот она. Стрелы — это слишком ценный материал, чтобы их так отдавать. Так, ружье. Быстрее. Да, хватит зависать при сохранениях. Так. Не помню, но кажется, там будет какой-то ублюдок. Уж выступ слишком хорош. Я на него не заберусь. Кстати. Мне кажется, можно, если постараться. Давай капельку, хороший ты мой. Нет! Ты совсем не больно. 29 патронов, еще целых 29. Это у меня сейчас в запасе. Ну, короче, дофига тропов может получиться. Если по каждого, на каждого по одному. Помню это место очень хорошо. Чуваки сверху не доставляют. Вернее, радости не доставляют, а проблемы очень большие. Так. Чем ближе сохранение, тем быстрее могу пострелять. Вообще в идеале. Блядь. Да, молодец. Меткий, зоркий глаз. Все дела. Убил. Они там снайпера. Врожденные у них там орлиное зрение и все такое. Надо сейчас до предела близко подбежать. Красавчик. Охереть, я думал, меня не заметили. Ну уже, где вы? Без Б, я сам подойду. Ай-яй-яй, нос чешется. Все. Блин, они меня просто раздевают. Убивают наповал. 56 жизней. Кто еще аптечку подгонит? И вот скажите мне, что там нельзя было забраться, обстрелять всех. Мне вниз? Походу. Место ведь очень знатное такое. По уступам этим. Ну, попробую вот тут вот. Не, в натуре, походу, нельзя. Странно. Ну да, ты же не бегаешь. Даже на капслок.
что Пензи... Блин, секунду. 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 А не, все хорошо. Слышу поезд в игре. Ага. Иди сюда. Разыскивается за написание сценария игры Оркин. Косоглазый и трусливый киберковбой. Отсюда и кличка Слепой Цыпленок. Неумеха, желтобрюх и подлый предатель. 15 штук за него. Так, патрончики. Вон туда же, да? Блин, еще довольно долго идти. Да в натуре, что это шумит? В игре я чувствую. Не в жизни. Ага. Без наушников, сука, такого нету. Ой, блин. Еще так долго спускаться, идти до туда? Я уже надеялся заканчивать. Ух ты ж, блин! Ёбаная Апачи. Отдай мою ёбаную стрелу, ублюдок. Писька её заживал. О, этот вообще исчез. Как мне спускаться? Походу вот так вот. Ой. Короче, знаете что? На этом мы попрощаемся. Всем спасибо за просмотр и пока.